22 года у школьной доски. Решение стать учителем Елена Москаева приняла еще будучи третьеклассницей. Ульяновский педагогический окончила с красным дипломом. Нельзя быть учителем с понедельника по пятницу. Нельзя быть учителем только на уроках. Учитель – это состояние души. Учитель – это, ну так наша жизнь устроена, да? Это зов сердца. Еще учась в институте, я прочитала книгу Василия Александровича Сухомлинского, которая называлась «Сердце отдаю детям». И с тех пор, более 20 лет, этот девиз является моим педагогическим кредом. Не только сердце, но и свою жизнь она посвящает ученикам. Ее слушают с вниманием те, кто сейчас сидит за партой. Вспоминают с уважением те, кто уже вышел в большую жизнь. Наш классный руководитель – это не только один из учителей, это наставник, вторая мама, школьная мама. Елена Александровна, она нас поддерживает, переживает, делит наши взлеты и падения, учит жизни и работе в коллективе. Но самое главное, она верит в успех каждого из нас. В канун Дня учителя Елена Москаева в числе лучших педагогов ульяновских школ принимает поздравления от первого лица города. Сергей Панчин поблагодарил учителей за труд, вручил благодарственные письма и почетные грамоты. Елена Александровна активно участвует в организации и проведении городских, областных научно-практических семинаров. Сегодня развитию системы общего образования в Ульяновске уделяют особое внимание. В самом разгаре строительство двух современных школ в Заволжском и Ленинском районах. Введен в эксплуатацию губернаторский лицей в Засвияжье. Обновляется и материально-техническая база. Вы знаете, что в 2018 году мы заложили рекордную сумму по подготовке школ, более 180 миллионов рублей. Этого никогда не было. И мы прекрасно понимаем, что без современной техники, технологии, без современных методов обучения мы, конечно же, не получим достойных молодых людей, те, которые бы двигали наш город Ульяновск, Ульяновский регион вперед. Сергей Панчин отметил, что профессия учителя заслуживает глубокого признания и благодарности. Без преувеличения, от учителя сегодня зависит наше завтра. Катерина Терещенкова, Иван Демидов, репортер 73.